Созданию бренда «Ривелато» способствовало желание сделать мир кухни лучше, с заботой о людях, предоставить возможность дизайнерам не просто создать красивый и удобный интерьер, а воплотить творческие идеи в реализации изысканных проектов. Желание дать пользователям ощутить совершенство стиля на своей кухне. Дион. Дышите чистым воздухом с бризером Дион. Так, всем добрый вечер. 6 часов в Москве, мы начинаем наш вебинар. Буквально немножко займу вашего времени, расскажу, как работать с вебинарной комнатой, про сам конкурс «Дизайн перспектива» и, конечно же, перейдем к сегодняшней теме. Итак, меня зовут Екатерина Минаева, я представляю агентство «Арт-Диалог», мы соорганизаторы конкурса «Дизайн перспектива». Самое главное, что нужно знать про вебинарную комнату, это как тут задавать вопросы, где писать чат слева. На синей полоске значок разговорчика, нажимаете, попадаете в чат, и я призываю вас активно его использовать, писать ваши вопросы, спикер обязательно на них ответит. Чем больше вопросов, тем всегда вебинар проходит живее и интереснее. Также второе, что самое важное в вебинарной комнате, это если вдруг пропадет звук, да, что-то зависнет, пропадет изображение, в общем, что-то пойдет не так, мы закрываем всю вкладку и опять заново по ссылке перезаходим. Это может случиться у меня, как уже случалось в предыдущий раз. Вот, это может случиться у спикера, у вас. Мы перезаходим, продолжаем заново, продолжаем дальше, конечно же. Ничего страшного в этом нету. Теперь немножко про сам конкурс. Международный конкурс «Дизайн перспектива 2024». К участию приглашаются студенты профильных вузов и факультетов, школ дизайна и колледжей, также, конечно, практикующие дизайнеры, архитекторы и декораторы. Участник конкурса может предоставить только одну работу, но зато в каждой номинации. Бывает, да, часто, что работы подходят под две, например, да, номинации. Очень удобно одну работу отправить сразу в одну и во вторую номинацию, тем самым повысив свои шансы на победу. И, конечно, на приз. Срок предоставления работ до конца октября 2024 года. На конкурс принимаются работы, ранее не участвующие в других конкурсах. Номинаций много. Вот даже на экране тут несколько отмечены интерьеры, ландшафт, предметы, текстиль, искусство. Но это на самом деле не все, их гораздо больше. Вот ссылочку на конкурс я уже отправила в чат. designoutlook.ru. Переходите, смотрите. Какие условия? Обязательно обращайте внимание на наших партнеров, от которых представлены отдельные номинации, и, соответственно, отдельные призы они тоже готовы раздать победителям. Вот, поэтому обязательно по ссылке переходите и смотрите, и участвуйте, конечно же, не просто так. Так что, теперь давайте перейдем, конечно же, к лекции. Презентацию я сейчас открою, у вас она тоже должна появиться на экране. Так, вот. Надеюсь, все видят прекрасную нашу Ольгу, сегодняшнего спикера. Да, отлично. Что еще могу сказать про презентацию? Это то, что вы можете самостоятельно увеличить, да, или уменьшить, что-то там рассмотреть, например, хотите, то используйте справа вверху экрана значок плюс и минус. Соответственно, нажимаем плюс,
презентация становится больше и больше, нажимая минус, она обратно уменьшается. Очень удобно, да, если что-то хочется посмотреть более детально. Ну и давайте, конечно же, уже звать нашего сегодняшнего спикера. Ольга, включайте камеру, включайте микрофон. Будем надеяться, все прекрасно работает, будет слышно, видно. Всем добрый вечер. Добрый вечер. Звук есть, камера работает. Все, передаю вам слово. Сама остаюсь в чате, буду внимательно слушать и следить за вами. Супер, и замечательно. Удачи. Екатерина, спасибо вам за самопредставление мое. Вот, всех рада видеть сегодня. Я надеюсь, что вы сегодня проведете время очень полезно. Я всячески буду этому способствовать. Вот, и для начала хотела бы, ну, наверное, представиться, кто я вообще, да, то есть, ну, почему я могу вам все рассказывать, вот, собственно, зачем мне верить. Я Ольга, мне уже 26 лет здесь, мы еще писали, что мне 25 лет, но мы согласовывали эту конференцию ранее, поэтому, ну, было 25. У меня своя студия дизайна интерьера, и сегодня я бы хотела с вами обсудить такую тему, ну, с чем сталкиваются часто молодые специалисты, это как же нам с вами конкурировать с теми, кто уже в сфере очень много лет. Для начала я бы хотела, чтобы наши участники сегодняшней лекции в чате поставили плюсики, если вам, ну, до 27 лет, ну, примерно, это юные специалисты, я их так называю, вот, потому что молодость, она как бы длиннее у нас, да, но кто у нас юный специалист? Вижу, девочки ставят Арина, Милана. Спасибо. Виктория, спасибо. Сегодня, значит, есть у нас такие. Супер. Вижу, Алена. Супер, спасибо. Если уже 27, нет, юность еще не прошла. Это просто мне для понимания, что тема, которую мы сегодня будем с вами обсуждать, она вам как бы будет полезна, интересна, и что я смогу сегодня вам дать что-то очень-очень важное и полезное. Хорошо. Смотрите, ребят, я думаю, что те, кто поставили плюсики, наверное, в своей жизни сталкивались с тем, что иногда с некоторыми клиентами вам кажется, что ваш возраст уже играет вам не на руку, что у вас как будто бы мало опыта, что как будто бы вы чувствуете себя как-то не сильно знающими, не сильно в теме, что что-то идет не так, и вам кажется, что реакция вашего клиента, она напрямую связана с вашим возрастом. Ну вот у меня такое было. Я часто, например, ну вот ранее не могла брать каких-то суперсерьезных заказчиков, потому что думала, что, ну, кто я такая, типа 25, ну там 24 года, кто я такая, чтобы брать. Если у вас такое было, поставьте, пожалуйста, плюсики, чтобы я, ну, тоже понимала, что вы с этим сталкивались в своей жизни. Что вы чувствовали себя как-то вот, ну, как-то не так, будто вы еще какие-то слишком маленькие, будто бы вы не потянете, будто что-то пойдет не так, вот, ну, условно, клиент давит на вас. Вот было такое, да, вижу у девчонок. Я до сих пор чувствую, Юлия пишет, супер. Значит, сегодня мы это развеем с вами. Супер, всем спасибо, хорошо. Сегодня мы это, естественно, с вами развеем. И для начала я вам расскажу вообще, ну, что было у меня, да, и в целом, что в моей жизни поменялось, потому что я пришла к некоторому осознанию, что возраст – это, ну, на самом деле не самое важное. Я уже в сфере 6 лет, как я вам и сказала, и за это время я успела выйти уже в сегмент бизнес с хорошими клиентами, с клиентами, которые, ну, платят, вот, у них нет этой истории, что, знаешь, там, вот, все, это подешевле и так далее. То есть, ну, хорошие, как бы адекватные заказчики, да. За это время мы создали, ну, где-то около 50 проектов. И мы создали некоторую структуру работы, которая и позволяет нам вырасти, нам это потому что студии, вырасти в этой среде и, собственно говоря, выйти в этот сегмент. Потому что долгое время я работала в экономии, и это как раз-таки было на самом деле связано с тем, что я считала, что я еще не доросла. Я думаю, что те дизайнеры, которые хотя бы раз ходили на какую-то либо тусовку, да, там, ну, либо презентацию плитки какой-нибудь, если вы там выходили на общую зону, вот эту, ну, вот а-ля курилка, да, и все стояли, общались,
Вы, наверное, слышали, что есть дизайнеры, которые, ну вот уже мастодонты, да, то есть они уже очень много лет в сфере, и они обсуждают, что, например, вот, ну тебе еще вот пару проектиков сделать, ну тебе еще чуть-чуть надо поднатаскаться, и ты тоже сможешь выйти туда. Вот, поэтому я, недолго думая, слышу это в свой адрес, я поняла, что нужно просто сделать структуру своей работы, которая мне позволит выйти в данный сегмент, стать выше, выйти с ними на одну планку, но гораздо быстрее. И здесь все кроется вот в этой самой структуре. Для начала скажу вам, что молодые специалисты не равно неопытные. Я хочу, чтобы вы это себе вбили в голову, что это не знак равно, 100%. И здесь важно понимать одну вещь, что ваш опыт совершенно не равен количеству лет как бы ваших в данной сфере. То есть здесь важно понимать, что сколько вы работаете год, либо два, либо три месяца, не равно вашему опыту. Я всегда говорю, что опыт – это скорее сложные ситуации, которые случались у вас в вашей работе. Вот можете написать в чате, у кого были какие-то прям вот супер жесткие ситуации, там, я не знаю, что-то было с клиентом не так, что он отказывался от вас. Сложное расторжение, может быть. Может быть, вы заказывали что-то не то, вам приезжало, и вы просто офигевали и думали, блин, я сейчас это буду сам, что ли, все покупать и буду сам это все менять. Вот. Значит, Иван в чате пишет куча. Да, у меня тоже куча, кстати, было таких ситуаций. Вот, случались ли с вами такие ситуации? Просто скажите да, нет. Я пока жду вас. Сразу вам скажу, что каждая такая ситуация – это ваш опыт, это ваша возможность стать выше, ваша возможность выйти в сегмент выше. И отсюда вытекает следующий факт, что на самом деле любая ошибка, которая случается у вас в работе, это вообще не проблема, это вообще не ошибка. Ее нужно воспринимать как, опа, это еще один, ну типа мой год, и я смогу считать себя сейчас более опытным, потому что я это прошел. И я вам так скажу, что клиенты это сразу видят. То есть если, например, вы в диалоге с заказчиком в какой-то сложной ситуации, можете ее как-то, ну довольно быстро, скажем так, решить, да, то есть или предложить какое-то решение хотя бы, сразу видно, что у вас уже был опыт с этой ситуацией, что вы можете ее решить, что вы можете решать сложные ситуации. Поэтому опыт – это не возраст, это количество ситуаций, которые случались с вами на как бы, вашем вот профессиональном пути. Все было и даже больше, чем хотелось бы, мне кажется. В чате пишет Юлия, супер. Ну, у меня тоже было много, я вас понимаю, и это ваше преимущество. Вот так. Хорошо, едем дальше. Следующая история, которую я хочу вам рассказать, это, ну, все это, конечно, круто, здорово, да, там опыт, верьте в себя, ля-ля-ля, но что же конкретно делать, чтобы вырасти быстро? Потому что, ну, я считаю лично, что я выросла быстро, я выросла, ну, даже меньше, чем за 6 лет, потому что долгое время, вот около, наверное, 3,5 лет я работала в экономе, ну, потому что была низкая самооценка, потому что не было ценности своей, не было осознания, что я могу. Ну, там, условно, я зарабатывала там до 60 тысяч, хотя делала уже сама проект. Жила где-то непонятно где. Вот, и, в принципе, думала, что в дизайне сложно заработать и сложно чего-то добиться. Сейчас же, ну, я не могу сказать, что я супер, прям вообще мега-дизайнер, самый лучший в России, но я считаю себя хорошим профессионалом. Как бы у меня хорошие клиенты, да, и, ну, хороший уровень жизни. И я к этому пришла не только через осознание своей самоценности. Я поняла, что важно создать структуру своего роста, то есть что мне конкретно делать, какие шаги мне делать, чтобы вырасти. И эту всю структуру я вот села, подумала, что мне конкретно делать, какие действия. И я ее всю соединила в одну диаграмму, скажем. Начнем с того, что ну, все это делится на части, то есть это делегирование, значит, работа с клиентами, следующая команда, структура студии, личный ваш бренд, и это очень важно, очень важно. Прямо это вот одно из самых важных. Сервис и, конечно же, партнерка. И сейчас я вам расскажу о каждой из этих сфер, чтобы вы понимали, что влияет абсолютно каждая очень серьезно. Начнем, пожалуй, с делегирования.
Ну, я думаю, что вы слышали уже это слово на всех конференциях, просто все выступают с этой темой, как делегировать, как это важно. Вам уже, скорее всего, кажется, что это уже настолько заезженная тема, что уже просто, ну, невозможно это слушать. Но я сегодня вам раскрою важность этой темы и скажу, с чего, собственно, начать, если вы совсем не делегируете. В чате поставьте, пожалуйста, плюсики, кто хотя бы что-то делегирует, хотя бы визуализации, хотя бы планировки, хотя бы чертежи, хотя бы что-то. Я пока, кстати, посмотрю ваш вопрос. Ирина мне пишет вопрос, почему дизайнерские и архитектурные бюро неохотно берут в свою команду и даже отказывают начинающим дизайнерам, которые не имеют опыта и у которых нету совсем практики, которые закончили институт или курсы. А вы знаете, Ирин, вы свой ответ на данный вопрос получите, когда всю презентацию прослушаете. Вы сами придете к ответу. И я думаю, что если нет, я вернусь к этому вопросу, потому что вот все, что я буду сейчас говорить, это все влияет на принятие решения студии о вашем трудоустройстве. То есть вот все вот эти моменты, они очень сильно влияют. И здесь дало... Здесь дело очень часто не в дизайне, здесь дело очень часто в вашей подаче, в вашей коммуникации и в ваших навыках именно коммуникации, не только дизайна. Хорошо, вижу плюсики, чертежи и визуализации вы делегируете. Супер, замечательно. Существует несколько схем делегирования, которые вам в любом случае нужно будет делать. Зачем вам делегировать? Ну, я думаю, что вы понимаете, что если вы будете все делать самостоятельно, вы не сможете затронуть все те секторы, которые я показывала на прошлом слайде. Ну, это физически невозможно. Вы не можете одновременно и сервис налаживать, и партнерку, и коммуникацию, личный бренд, и все это прокачивать, и одновременно еще делать визуализации, чертежи, заказчиками все время общаться, быть на связи, плитку сами выбирать. Нереально. Здесь сложно от себя требовать этого результата, потому что он невозможен, недостижим. Все. Вот, поэтому, чтобы себе, ну, донести, скажем так, эту необходимость, вам нужно понимать, что начать нужно с малого. Никто не говорит о том, чтобы вы прямо сейчас бежали и все, собирали какую-то студию, много сотрудников, и все это так страшно выглядит, кого брать, зачем, когда брать вообще, ну, сколько кому платить и так далее, да, то есть это сложно. И страшно, если вы никогда не делегировали. Вот, поэтому здесь вам стоит выбрать схему делегирования, по которой вы пойдете. Если вы еще новичок, вы можете взять визера, вот, визуализатора, чертежника и дизайнера. Ну, это самый такой базовый, вот скажем так, самый базовый костяк, с которого стоит начать. Но здесь есть маленький нюанс, о котором я на самом деле мало слышала на конференциях, вот на тему делегирования, и это свод ваших правил вашей студии либо вашей небольшой команды. Что такое свод правил? Свод правил – это совокупность инструкций, на основании которой ваши сотрудники, ну, сразу понимают, что им делать и что им делать в сложных ситуациях. На какие темы может быть свод правил? Свод правил может быть на любые темы, и как бы от коммуникации с заказчиком, да, какие-то сложные ситуации, до прям вот супер конкретных примеров, это что касается автокада, архикада, там, ну, 3D Max и так далее. Ну, грубо говоря, это инструкции для каждого вашего сотрудника, с помощью которых вы всегда сможете обучить нового человека и своим людям, которые с вами уже работают, выдать новую информацию, чтобы они себя прокачивали регулярно. И это важный момент в делегировании, потому что если вы просто понабираете людей, даже там одного визера, чертежника, но не будете думать о том, что вам все время нужно их прокачивать, все время сложные ситуации нужно вам решать и нужно это фиксировать в ваших инструкциях, чтобы больше этого не было. Вот, поэтому... И здесь, если вы все это делать не будете, ваше делегирование как началось, так и закончилось. То есть смысла от этого не будет. И следующая структура – это когда вы уже чуть-чуть, знаете, ну, как бы поделегировали, да, и вы уже поняли, что вы хотите идти дальше. Это структура, если у вас уже два дизайнера, визуализатор, чертежник, свод правил 100%, то есть он у нас всегда есть. И здесь уже появляются такие, ну, бонусные люди, скажем так, это ваш ассистент.
А чем он может заниматься? Это комплектация, например, да, и ваш авторский надзор. Ну, это то же самое, но в авторском надзоре уже. Ну, это тоже ассистент, да, но в сфере авторского надзора. Но к этому вы лучше со временем, да, придите. То есть сначала нужно с базы начать, с самой-самой базы. Вот. Но делегирование – это важный этап, и его ни в коем случае мы не пропускаем. На вопросы, ребят, не касающиеся слайдов, я буду отвечать в самом конце. Хорошо? Все. Вы можете их сейчас мне писать, но в конце я отвечу на все. Следующий момент – это работа с клиентом. И здесь тоже такой, ну, важный момент, потому что очень часто, конечно, когда вы не уделяете время всем секторам своего роста, да, которые влияют на ваш супербыстрый буст в этой сфере, вы думаете, что ну что работа с клиентом? Ну переписываться, созваниваться, общаться, ну блин, ну типа все, все понятно, все просто. Но здесь важно понимать, что вы должны шарить в одной теме, которая очень сильно влияет на все результаты ваших коммуникаций, ваших созвонов, ваших продаж и, в принципе, на всю коммуникацию вашу с заказчиком. И это типы ваших клиентов. Если вы не знаете тип вашего клиента, вашего потенциального лида даже, вы никогда в жизни ему ничего не продадите. Я это вам так скажу, я это понимала еще раньше, и я видела на своем опыте, что если я просто не угадываю тип, ну, скорее всего, я себя не продам. То есть тут уже дело даже не во мне, дело даже не в моих навыках, дело даже не в моих работах, не в моих визах. Здесь просто дело в том, что я не попала в яблочко типа своего клиента. Вот так. Ну, что такое типы, и, в принципе, они какие бывают, да? Четкие и последовательные люди. Я думаю, что каждый из вас сталкивался с таким человеком, который, вот он очень часто выглядит очень официально. Да, он может быть не в костюме, но он такой четкий, сдержанный. Ну, часто он не переписывается очень много, он созванивается только по делу. И, в принципе, когда он вам пишет по поводу просчета на дизайн-проект, там все структурно, там все очень понятно, что ему надо, сроки, цена и так далее. Следующий тип – это гедонисты, это люди, которые, ну, вот им надо, я хочу, я мечтаю вот об этой квартире, я хочу то, я хочу это, я там это видел. То есть вот по ним сразу видно, что они такие, вот все фантазеры, прямо они прям вот… Ну, вряд ли они захотят от вас четкой, структурной информации, такой очень сдержанной, сухой. Вряд ли. Скорее всего, нет. Скорее всего, им нужно, чтобы вы поддержали вот эту вот историю, этот вайб их. Следующее – это эстеты. Кто такие эстеты? Это очень близкие люди к, собственно, гедонистам, но здесь еще больше некой заточки на красоте, на эстетике той же самой, да, то есть они, ну, тоже не четкие, не структурные, не последовательные, но очень для них важна вот эта история, чтобы вы с ними были на одной волне вот этого вот эстетического удовольствия от жизни. Вот этот вот художник, вот это полотно, вот эта история, ну, как бы и так далее, да. Следующее, это практичное, это очень похожий тип на первый. И здесь тоже важно понимать, что к ним особый ключик – это схема коммуникации с ними, она должна быть максимально четкой, максимально для него практичной, чтобы он понимал, что вы думаете не только о самом дизайне, не только о том, как это красиво все и так далее, вы думаете о том, чтобы это было в его жизни практично. Они любят вот эти фразы типа там, что это очень эргономично, что это удобно, что это соответствует цене качеству, да, то есть, ну, что здесь прямая связь между ними. То есть они любят вот эти фразы, которые, ну, казалось бы, слишком сухие, слишком скучные, вот. И следующий – это тип со звездочкой. Я вам так скажу, что здесь нужно шарить в типах и нужно понимать, что вы не обязаны всем нравиться, скажем так, и есть типы людей, которые, ну, просто не стыкуются с вами. Это, как правило, люди, которые очень часто манипулируют, они очень часто выбивают скидки, и у них нет мотива получить скидку прям, ну, как бы в финансовом ключе, то есть они не преследуют цели именно сделать ваш проект дешевле. Скорее они преследуют цель вас максимально прогнуть, чтобы дальше это тоже было возможно. Вот здесь уже вы принимаете решение либо продолжать с ним работу, либо, собственно говоря, уходить в туман и не щекотать себе нервы ну, этим человечком. Да? Вот. Я хочу сказать, что эта история очень тесно связана со слайдом делегирования, потому что если вы не будете делегировать, вы просто-напросто не успеете изучить все эти типы на практике, потому что
все, что вы сейчас прослушали, это теория, то есть вы должны понимать, что это просто мои наблюдения, но когда вы окунаетесь в эту историю на личных встречах с потенциальными клиентами, я всегда говорю и своим дизайнерам, своим ученикам, ну вот у меня курс есть просто, и я как бы там всех учила, своих учеников, и я им говорила, что чем больше у вас встреч с потенциальными лидами, тем выше ваш результат будет в этой отрасли. То есть вам нужно все время пробовать, все время типы эти узнавать самостоятельно, что-то модернизировать, что-то в своей голове как бы дополнять, улучшать, да, но все время делать анализ, ага, это этот тип, я ему скажу это, ага, здесь получилось, здесь нет, то есть вот так. Вот, поэтому, ну, естественно, здесь важно, чтобы у вас было время на то, чтобы вы не чертили сами проекты, а умели налаживать, да, свою коммуникацию с людьми и делать с потенциальных лидов ваших заказчиков в будущем. Вот. Хорошо, едем дальше, и это команда. Естественно, вот вы уже наладили свои коммуникации, выяснили типы, вроде как все круто, вроде как ваш лид уже ваш клиент. И вы понимаете, что вы настолько хорошо прокачались, что у вас уже вместо одного проекта их вроде как и 6, ну или 5. И вы как будто бы не сильно справляетесь с тем, чтобы самостоятельно все это вывести. И здесь, ну, как правило, вам приходит осознание, что хоть это и сложно, хоть это и как-то, ну, типа, не сильно понятно иногда, но вам нужен прям супер постоянный костяк вашей команды, ну, то есть все время. Чтобы ваша команда с вами была все время, здесь важно понимать, что вы должны обладать определенными качествами. И очень странно полагать, что вы найдете каких-то идеальных сотрудников, что у них будет много опыта, что они будут делать, как вы, что все у вас совпадет. Вот, кстати, в тему вопрос, в чате поставьте плюсики, пожалуйста, кому иногда казалось, что я не найду такого, как я. Скорее всего, он сделает хуже, и вообще я лучше сделаю сам, потому что, ну, я не найду такого, как я. Скорее всего, там будет все хуже, и я еще буду править. Вот. Плюсики жду в чате на эту тему, чтобы я понимала, что у вас такое было. Жду вашу обратную связь, ребят. Это очень-очень важно, чтобы я понимала, что это в тему. Что у вас были ситуации, когда вы понимаете, что вам сложно делегировать, потому что, ну, таких, как вы, больше нет, что вы очень много времени потратите на обучение. Не было таких ситуаций, я вам не верю. Супер, вижу плюсик, да, только в начале. Супер, хорошо, что вы это прошли на самом деле. Хорошо. И здесь важно понимать, что, ну да, это как бы суждение, это опрометчиво. То есть здесь не связано оно с, ну, с реальностью от слова совсем, потому что важно понимать, что ваши сотрудники – это ваш пластилин. И вы должны самостоятельно уметь из него лепить, собственно говоря, ваших идеальных сотрудников. Да? И с помощью чего это делается? С помощью структуры студии, с помощью тех самых инструкций, о которых я говорила еще в блоке делегирования. То есть, видите, все связано, все вот эти истории связаны между собой. И если вы не учитываете как бы каждый сектор, то, скорее всего, в чем-то у вас, ну, будут ошибки, будут косяки и будет просадка, и вы не сможете сделать этот самый кратный рост. Вот, поэтому здесь важно относиться к вашей команде как ваша семья, ваш маленький курс, скажем так, вот, который вы обучаете под себя с помощью вашей структуры и ваших инструкций. И все зависит от вас. Очень часто бывает такое, что вы берете довольно зеленого специалиста, ну да, у него может быть образование, у него могут быть какие-то регалии, но с помощью именно вашей коммуникации, с помощью вашей структуры, вашей студии он становится суперопытным, суперидеальным, и он с вами остается на долгое время, что позволяет вам расти вместе и наращивать свой потенциал вместе. И это очень важно, очень ценно, и это тот самый ключик, с помощью которого вы растете не 10 лет, а вы растете гораздо-гораздо быстрее. Хорошо, едем дальше. Вижу вопрос по теме, есть ли страх, что такие уйдут? Нет, страха нет, когда ты понимаешь, что ты, ну, помимо, скажем так, вашей коммуникации, да, вашей структуры, вашей студии, ты понимаешь, что ты знаешь ключик к этому человеку, да, знаешь его тип,
и зная, что ты закрываешь его потребности. И дело даже не в зарплате. Дело в том, что ты даешь ему возможность роста, ты вовремя даешь ему ту степень ответственности, которую он заслуживает, скажем так. И ты даешь ему даже чуть большую степень ответственности, чтобы он почувствовал, что довольно много зависит от него. В таком случае человек очень редко уходит. Есть люди, которые, да, у них, скажем так, был сразу потенциал на самостоятельную работу, да, но это уже вы должны видеть сначала. То есть если вы видите, что у человека амбиция чуть выше, чем вы можете ему дать, это, конечно, момент, чтобы сразу это обсудить на берегу. И я знаю, что очень много студий, я тоже так, ну, как бы мы так делаем. То есть я сразу, если вижу такого человека, я задаю вопрос напрямую. Что ты планируешь делать там, ну, через 5 лет и в целом в этой сфере в будущем? Если он ищет команду, это сразу видно. Вот. Хорошо, едем дальше, и это как раз-таки структура студии. Все, во что упиралось, все то, что мы обсуждали до этого, это структура вашей студии. Ну, как я уже сказала, для того, чтобы вся вот эта история у вас функционировала совместно, чтобы это все вас вверх как бы двигало все время, регулярно, то есть чтобы вы не стопорились на своем росте, у вас должен быть свод ваших правил и свод инструкций для сотрудников. Здесь важно понимать, что с помощью данных инструкций вы не только обучаете человека, вы еще отслеживаете его результаты, вы собираете информацию, как у него получаются те либо иные действия, да, и, ну, это ваш такой маленький инструмент, с помощью которого вы корректируете его рост самостоятельно и ваш рост вашей студии впоследствии. И здесь важно понимать, что, ну, это очень сильно связано с вашим масштабированием, с вашим прайсом. Это то, что задавали сверху, я видела в комментариях в чате, что делать, чтобы ваш прайс вырос. Естественно, это делать структуру вашей студии, чтобы вы понимали, что ваша работа настолько, ну, скажем так, упорядочена, что вы стоите дороже, вы стоите больше, и вы знаете, как вашу работу выстраивать с любым абсолютно клиентом, с любым сложным проектом, потому что у вас уже есть структура. В такой истории самоценность вырастает очень быстро. Я вам так скажу, что, вы знаете, это связано очень и очень похоже на историю, ну, даже в отношениях. Знаете, как бывает, что люди приходят к психологу, и они говорят, что, например, вот у меня низкая самооценка, я переживаю там, что от меня, ну, кто-нибудь уйдет, например, да. Но если вы понимаете, что вы настолько структурны, что вы настолько все выстроили, что все настолько хорошо работает, что ваши отношения с вашим партнером вот как бы настолько хорошо работают сами по себе, да, вы не думаете о том, что он уйдет. Вы не думаете о том, что ваши клиенты от вас уйдут. Вы не думаете о том, что ваши сотрудники от вас уйдут. Ваша самооценка, ваша самоценность сразу вырастает самостоятельно. То есть это не эта история, знаете, самовнушения, да, что там я молодец, у меня много опыта и так далее. Нет, вы видите на ваших результатах, что вы, ну, реально как бы классный специалист, что вы реально выросли, что вы реально стоите больше. Вот так. Далее. Структура студии понятна, да? То есть это ваши инструкции, с помощью которых вы учите своих сотрудников, чтобы они могли в каких-то сложных ситуациях выпутаться, чтобы они знали, что им делать. Я могу привести пример, что такое, ну, как бы в целом инструкция, да, чтобы вы понимали, как она должна выглядеть. В данном случае это может быть инструкция, например, для какого-нибудь визуализатора, да, то есть, ну, условно говоря, за какие сроки делается проект, что должно быть на визуализациях, какой свет должен быть, что нужно делать там, что не нужно, ну, какой декор и так далее, да. Вплоть до ситуации, например, что делать комплектатору, если вдруг на объект вам приезжает какая-то битая плитка, либо не та плитка, что в таком случае делать? Здесь важно понимать, да, что это не очевидные вещи, если вам кажется, что он и так поймет, разберется как-нибудь. Нет, на все вот эти моменты у вас должны быть инструкции. И это очень сильно влияет на ваш рост всецело и вашей студии в данной сфере. Вот так. Хорошо, едем дальше с вами, и это личный бренд и продажи. Хорошая тема на самом деле, потому что многие ее недооценивают, и я часто сталкивалась с тем, что дизайнеры, которые уже много лет в сфере, ну вот эти мастодонты наши, да, они считают, что личный бренд
эта история такая, ну, довольно шаткая, что она не приносит стабильных заказчиков, нестабилен поток, да, этих заказчиков, и, скорее всего, ну, вот, сарафан работает, да, все время, а личный бренд, ну, не знаю, то есть там как-то все непонятно, и, в принципе, с Инстаграма мало кто приходит. Вот можете поставить плюсик, кто считает или считал, или кто-то в окружении у него так считает, что Инстаграм дизайнеру, скорее всего, развивать, ну, там, не сильно нужно, и не сильно много клиентов приходит с Инстаграма. Мне просто интересно, вот есть ли еще такие люди. Все вопросы, ребят, вижу, на все отвечу в конце, все, что не касается слайдов. Хорошо? Хорошо. Нет, плюсиков супер. Я тогда счастлива, потому что я вижу, что вы считаете иначе. И я вам так скажу, что за всю мою практику 90% всех моих заказчиков все пришли из Инстаграма. Всего 10% у меня был сарафан. И я скажу почему. Потому что я переезжала из Беларуси. Я до 24 лет работала, до 23, кажется, в Беларуси. И сюда я переехала, вот вообще не имея ни одного клиента, ни одного сарафана, ни одной возможности через сарафан себе найти заказчиков. Вот, поэтому я сразу стала развивать личный бренд, и я сразу и довольно быстро поняла, что это очень сильно влияет на не только количество моих заказчиков, но и на качество. И это очень важно в плане роста, да, вот этого как бы быстрого нашего роста, о котором мы сегодня говорим, что, ну, данный рост, он не только в количестве заказчиков проявляется, но и в качестве, но и в сегменте, в который вы выходите. И здесь важно понимать, что сильный личный бренд и ваш навык продаж – это, в принципе, история, которая часто продает, ну, даже без вашего участия впоследствии. Что я здесь имею в виду? Если вы научились выстраивать с вашей аудиторией, с вашими клиентами потенциальными, следами, я напомню, что цикл сделки очень часто занимает довольно длительное время, то есть ваши клиенты на вас подписываются и не сразу вам пишут. И это очень часто случается, особенно в бизнес-сегменте, премиум-сегмент. Ну, за вами прям долго следят. И если вы вот с этими людьми научились выстраивать коммуникацию грамотно, ну, скорее всего, вам не придется себя продавать уже на встрече, на созвоне, на переписке, потому что вы уже продадите себя еще на этапе самопрезентации через свои истории и через свои посты. И здесь... Что еще важно знать, да, что очень часто люди думают, что Инстаграм – это такая история, ну, как бы даже для дизайнера там, да, что вы вот сняли это, этим поделились, я вот сюда сходил, вот эта плитка, вот этот у меня проект есть, вот это, вот это, вот это. То есть часто дизайнеры не понимают, что Инстаграм – это не история, когда вы делитесь просто своими какими-то наблюдениями в сфере, да, и всем, что вы сегодня выбрали, да. Часто это история построения именно вот этой связи с людьми через донесение вашей ценности в вашей сфере. Что я здесь имею в виду, это, ну, даже через какие-то лайф-истории, даже через какие-то лайф-посты, то есть это может быть даже не связанная с дизайном тема, вы можете донести свою ценность человеку, не продавая напрямую свой проект. Это очень часто можно увидеть в таких сторис, как, например, там, условно говоря, дизайнер может куда-то полететь, ну, вот я так часто делала, я куда-то летела, например, в отпуск, и, ну, казалось бы, да, что я могу здесь постить? Ну, наверное, кокос какой-нибудь, море там, и что я отдыхаю, да? Но я начинаю такую связку в данном случае использовать, то есть я могу снять интерьер, вот, отеля, в котором мы останавливаемся, я могу здесь же подписать, что... Вот я могла выбрать что-то там, условно говоря, попроще, я могла не акцентировать свое внимание на интерьере, но я считаю, что интерьер очень сильно влияет на самоощущение тебя, на качество этого отпуска, и поэтому все вот это же также влияет на вашу жизнь, если вы, например, себе делаете хороший интерьер, и вы постоянно, каждое утро понимаете, что он вас... напитывает положительными эмоциями и положительным каким-то настроением и очень сильно влияет на вашу жизнь. То есть даже вот эти какие-то истории, ну, банально, да, что там вы полетели в отпуск,
вы с помощью этого можете свою ценность доносить человеку даже через эти истории. И это очень часто очень хорошо работает, и вас, ну, вас продает, не продавая. То есть вы же здесь не пишете напрямую, типа, вот, я в отпуске, ну, поэтому у вас есть время купить у меня проект, да? Нет, то есть здесь вы через свои ценности, через свое какое-то самоощущение, вот искреннее, да, вы доносите человеку важность вашей работы, вашей деятельности, ваших взглядов и, ну, как бы ваших интерьеров, да, то есть в его жизни. Вот. Что еще по этой теме? Ну, что это must-have на самом деле, то есть ваше ведение ваших соцсетей – это must-have просто в этой сфере. И уже вот если вы еще не ведете свою страничку, вот прям с сегодняшнего дня я всем даю домашнее задание начать это делать хотя бы понемножку, хотя бы маленькими шагами, но в эту сторону смотреть, чтобы вы смогли себе клиентов находить не только через сарафан, но и через ваш личный бренд. Потому что лояльность этих людей к вам сильно выше, и часто она, ну, даже выше, чем в сарафане, потому что человек за вами долго наблюдает, человек видит уже вас и не опирается только лишь на рекомендацию, да, кого-то о вас, но на свое самоощущение, да, вот как бы от вас в коммуникации еще вашей через сторис с вами. Вот. Хорошо, и здесь же немножко затрону продажи. Продажи – это очень важная история, которой стоит овладеть каждому дизайнеру и понимать, что с ней напрямую связана конвертация ваших лидов в ваших заказчиков. То есть ваш личный бренд, он помогает вам этих людей всех притянуть, да? Но вот саму продажу, саму конвертацию вашего лида, вашего клиента – вы должны сделать уже через продажу. То есть, да, я сейчас говорила о том, что ваши сторис, они тоже влияют, но когда вы уже смогли человека прогреть, вытянуть его навстречу, здесь уже включается ваш навык продаж. И вы, наверное, возможно, знаете Артема Захарова, это не реклама, я просто упоминаю его в своей лекции, что он говорит о том, что вот на все влияют 5 этапов продаж. Я еще раз скажу это, что если вы не знаете, что такое 5 этапов продаж, вот прямо сегодня загуглите после этой лекции, что это такое, и постарайтесь внедрить это в свою работу на этапе, когда вы уже вытянули человека навстречу, и вам уже нужно ему допродать свой проект и его убедить как-то в том, что вы лучший для того, чтобы с вами работать. Вот эти 5 этапов – это база, на которой строятся любые продажи в любой сфере, и в нашей в том числе. Если вы не будете их знать, ну, скорее всего, вам будет казаться, что все клиенты какие-то не такие, что они ушли думать, что они ушли искать подешевле. И это вообще не моя вина, это все потому, что они какие-то не такие. Но очень часто тут дело в том, что вы просто не знали эти 5 этапов и не умели их внедрять качественно. Вот. Далее. С этим тоже, я думаю, понятно. Далее это сервис, и это момент, который, наверное, напрямую влияет на ваш рост в сфере, на ваш супербыстрый рост в сфере. И влияет он еще с той точки зрения, что все эти вещи, которые я говорила до, все они выливаются в вот качество вашего сервиса в глазах вашего клиента. Я всегда говорю одну такую фразу, что наша цель – это стать хорошим отелем для нашего клиента. Наша цель – это стать хорошим отелем для нашего заказчика, в который он будет постоянно возвращаться и советовать своим знакомым. Я думаю, что вы сами сталкивались с такой ситуацией, что когда вы не знаете, куда полететь, у вас обязательно есть какие-то друзья, которые говорят: блин, мы в таком отеле отдыхали, вот, ну, этот отель, типа, мы в восторге, мы уже там были 7 раз, ну, или 6 раз, или 3 раза, и мы в восторге. Вот, собственно говоря, цель, я считаю, любого дизайнера, который хочет вырасти быстро, это стать тем самым хорошим отелем для своего клиента. И что здесь в основе построения вот этого самого сервиса, да, в вашей студии, что здесь лежит в основе? Это, конечно, ваша предпродажа через личный бренд, это что я сказала вам сейчас только что, да, что это ваши сторис, ваши рилсы, ваши посты и все, что касается вашего транслирования ценностей вашей работы. Много слов «ваши», наверное, но, ну, так и есть. То есть вы свои ценности всегда транслируете через свой контент.
Дальше это ваша постпродажа в соответствии с этапами, собственно говоря, продаж на личной встрече. Это то, что я вам сказала до этого, и ваши 5 этапов. Далее это ведение проекта в соответствии с регламентом студии, и это структура студии, и это инструкции, которые, собственно говоря, вам позволяют взять даже самый сложный проект, там самый дорогой проект, даже если у вас там не было особого опыта в этой сфере до этого. Я, кстати, вам могу историю рассказать, что структура студии, что инструкции, что команда мне очень сильно помогли в момент, когда я сделала скачок вот как раз-таки в сферу бизнес, в сферу премиум, когда я взяла объект, который на сегодняшний день стоит 250 миллионов рублей. Для меня тогда это была очень большая цифра, естественно, когда я делала какие-то там однушки, двушки там за 10-15 миллионов где-то, да. Здесь сразу 200, и как бы казалось бы, я должна была подумать, что, наверное, люди с таким жильем, они ищут кого-то себе, мега опытного, чтобы стаж там был, 20 лет, чтобы был супер-супер идеальный вообще вкус команды и все остальное. И я поняла, что я могу взять этот проект, я поняла, что я могу его продать в момент, когда я осознала, что у меня настолько выстроена структура, что у меня есть инструкции, что у меня есть команда, что у меня все довольно предсказуемо, что я могу взять его в работу в целом. Да, это страшно, да, это ново. И страшно это потому, что ново, потому что мозг думает, что я этого еще не делал, наверное, это небезопасно. И вот когда ты понимаешь, что это просто игра мозга, что это просто история, которая не подкреплена фактами, что, в принципе, у вас есть уже структура, вам очень легко взять как бы такие проекты в работу и, соответственно, вырасти быстро, потому что эти проекты вам дают довольно сильный буст вверх. И это важно понимать. Вот, следующее – это, естественно, чтобы у вас были все договоры, все акты, все было грамотно, все было четко, ваш бухгалтер у вас должен быть, у вас ИП должно быть, естественно, да, и чтобы все было в соответствии с законодательством, и это тоже вам дает уверенность, что у вас сервис на уровне, что это не какой-то, что это не какая-то подпольная история, да, а что она вся сделана четко и легально, что очень важно, кстати, в работе с сложными клиентами. И следующее – это, конечно, пост-сервис, это отзывы, это съемка и это плюшки для клиента. Сюда же входит история, вот это моя любимая, я думаю, очень многие мои коллеги любят эту историю, когда вы свой проект запаковываете в супер-классную папку с вашим логотипом, что у вас есть какие-то фирменные плюшки еще, пакеты и так далее, что у вас есть свой фирменный стиль. И это очень тоже многое говорит о вашем сервисе, помимо вашей там коммуникации и всего остального, да, что у вас вот все с деталями, все с любовью к этим деталям, и что вы можете реально дать сервис в суперполном объеме в этом плане тоже. Вот. Что касается отзывов, съемок и так далее, и это тоже нужно делать, и это тоже хорошее мерило вашего сервиса, то есть что у вас есть определенная система, по которой вы завершаете свою коммуникацию с вашим заказчиком. Вот. И следующее – это партнерка, и это будет финальный такой сектор нашей диаграммы, который влияет на ваш кратный рост в нашей сфере. Мы очень часто думаем, вот, кстати, поставьте плюсики в чате, что сложно найти хороших партнеров, и особенно в стройке. Вот хорошие строители – это вообще что-то невообразимое, что-то очень тяжелое. Очень часто мы слышим истории, когда что-то у коллег случается на объектах, что-то идет не так, строители какие-то странные. Что-то вечно идет не так. И вот поставьте плюсики в чате, чтобы я понимала, что у вас такое было. Чтобы вы понимали, до момента, как я встретила хороших строителей, я прошла просто огонь и воду. И я действительно думала, что партнерка в дизайне – это что-то, что-то на космическом, что это невозможно, что это очень тяжело. Жду плюсики в чате, что у вас такое было, что вы думали, хороший строитель – это тяжко. Ирина пишет плюсик. Супер, спасибо за активность. Ребята, все просыпаемся. У нас сегодня тема очень активная, хоть она и заканчивается, но у нас еще вопросы с вами интересные. Вижу. Здесь важно понимать, что нет.
что хорошие строители существуют, что хорошие партнеры существуют, и в том числе по чистовым материалам, что есть люди, которые действительно не подводят или отвечают за свои косяки, и ваша задача – это просто наладить с ними грамотную коммуникацию. То есть здесь дело не в том, что их нет, что их сложно найти. Здесь дело в том, чтобы вы смогли наладить с ними ту коммуникацию, которая будет выгодна для вас обоих. Вот. И здесь опять же, да, то есть у нас вот, ну, с вами все сектора связаны друг с другом. То есть вы можете заниматься партнеркой только лишь в том случае, если вы уже делегировали, если вы уже построили свою команду, потому что это влияет на ваше время, да, непосредственно. Если вы уже выстроили свою структуру студии, потому что партнерка очень сильно связана с вашей структурой студии, потому что это внедрение, скажем так, структуры вашего партнера, если это строитель, в таком случае это внедрение его схемы работы в вашу схему работы. Это тесный симбиоз, и это важно понимать, что если у вас нет структуры, то этого симбиоза не получится. И если у вас уже выстроен личный бренд, ваши продажи, то есть вы можете донести свою ценность до, как бы, этой бригады, этого человека, то есть вы понимаете, что вы равноценные личности, что ваш симбиоз, он, ну, как бы, выгоден вам обоим, да, то есть что это, ну, история выгодная, и что вот это все вместе, вся эта история влияет на вашу репутацию, влияет на ваши продажи. Я когда начала партнерить со строителями, я уже... сколько, 2,5 года с ними партнерюсь, я поняла, что мне стало гораздо легче продавать себя на этапе даже вот встречи с заказчиком. То есть я понимаю, что я довольно сильно отличаюсь от других дизайнеров, у которых нет строителей своих, да, и я довольно сильно отличаюсь от тех, у кого нет своей структуры, нет вот этой выстроенной структуры работы с партнерами, со строителями, да. И я просто, когда начала перечислять заказчику, что входит там, ну, как бы, в наше авторское сопровождение, в нашу комплектацию, что у нас там за строители, как они работают, какая у них, ну, вся эта структура, графики работы, все остальное, я поняла, что мне уже как будто бы не нужно себя продавать. Ну, то есть оно как-то так все получается, что это уже выглядит как продажа. Вот. И поэтому вот это еще одна возможность себя продавать, не продавая, через личный бренд в том числе, да, то есть мы партнерку транслируем через личный бренд. И через вот эту вот совокупность всего-всего, да, что вы уже выстроили в вашей системе работы, то есть это и ваша структура, и делегирование, и личный бренд, и партнерка, и все-все-все остальное. То есть это все вас само продает. Ну и хочется как-то завершить вообще всю эту лекцию, чтобы у вас как-то стабилизировалось это все в голове, потому что информации много, я думаю. Мало кто говорит о том, что рост не зависит лишь только от самооценки, не зависит лишь только от как бы времени, да, то есть сколько вы провели в этой сфере, не зависит от качества ваших проектов, а здесь все зависит от вашей структуры, вашей работы. То есть выстроены ли у вас все секции грамотно? Все вот эти вот, все части вашей диаграммы сделаны ли грамотно? Все ли прокачиваются? Всем ли время уделяется? Вот. Ну и как сказал Марк Аврелий, я закончу цитатой, что детали стоят нескольких лет. Все это были детали, все это влияет на ваш кратный рост. И я вам вот просто даю гарантию 100%, что если каждый из вас вот прям с сегодняшнего дня себе выпишет всю эту диаграмму и хотя бы в каждой сфере сделает усилия на 15%, вы уже сделаете свой рост, вы уже станете чуть более уверенными, чуть более опытными даже, да, и вы уже, возможно, даже выйдете в тот сегмент, который вы пока что для себя не рассматриваете, и вам кажется, что вы пока что еще не доросли. Хотя бы на несколько процентов, хотя бы с какой-то хорошей периодичностью постоянно поднаращивать каждый сектор. Но для этого себе нужно это все расписать и понять, что все сектора влияют, и что мы уделяем время каждому сектору, не только чему-то одному, но каждому сектору. Вот так. Хорошо, ребят, я сейчас оставлю вам слайд. Здесь можно перейти на мой Инстаграм, на мой Телеграм-канал. Я Телеграм-канал чуть хуже веду, поэтому лучше в социальную сеть слева перейти. Вот. И хочу сказать всем спасибо за внимание. Сейчас мы перейдем к вопросам.
Я буду очень рада вас видеть на своей странице. У меня там много интересного о стройках. Я запускаю также часто обучение, поэтому, может быть, кому-то будет интересно. Они как раз-таки касаются структуры нашей студии, что делать, чтобы выстроить структуру студии и так далее. Ну и в целом я буду рада вашим вопросам в своем директе. Если будет что-то непонятно, я буду рада ответить и вам чем-нибудь помочь. Ну а сейчас я перейду к вопросам в этом чате. Я видела, что их было довольно много, и все они были довольно интересными. Если есть что-то еще, задавайте, потому что у нас есть время на ответы. И первый вопрос – это… Давайте вернемся к Ирине. Вот она спрашивала, да, почему дизайнерские бюро неохотно берут в свою команду начинашек. Ну, потому что, смотрите, они не выстроили все вот эти вот факторы в своей голове. Понятное дело, что все вот эти сегменты, да, они важны, когда вы работаете сами на себя. То есть это уже история больше не о найме, а о работе на себя. Но в том числе это влияет, даже если вы хотите устроиться в найм. То есть ваша коммуникация с заказчиком, ваше умение работать в команде, потому что часто, даже если вы идете работать в найм, вам нужно осваивать делегирование, вам нужно работать с визером, например, вам нужно понимать, как это делается, вам нужно понимать, что должна быть система инструкций, что вы должны тоже принимать в этом участие, потому что у меня, например, сотрудники, ну, принимают участие в создании моих инструкций, потому что они понимают какие-то нюансы в работе, да, что у них конкретно происходит там, ну, с остальными сотрудниками, и они самостоятельно в этом принимают участие, в написании инструкций даже. Я вам открою тайну, есть студии, в которых, ну, тоже так и происходит все, и вы точно так же будете с каждым сектором взаимодействовать, и вам нужно в этом прокачиваться. Соответственно, вам нужно понимать, что все эти сектора влияют на принятие решения о вашем трудоустройстве. И это единственный ответ, почему могут не брать. То есть здесь даже дело не в количестве опыта, а в количестве вот этих знаний, как бы, по каждому сектору. Да? Ну и, конечно, сложные ситуации в работе – это то, о чем я говорила сначала, что опыт – это не количество лет, это количество сложных ситуаций в работе. Часто у новичков, ну, действительно, нет этого сложного пула сложных ситуаций, да, то есть они очень часто боятся, они очень часто избегают каких-то, ну, там, суперконфликтных ситуаций и так далее, и это на самом деле минус. То есть чем больше вы идете в этот страх, чем больше вы решаете таких ситуаций, тем… Ну, больше ваш опыт, и тем больше вероятность, что вас возьмут в хорошую студию работать. Вот так. Дальше. Как понять цену на хорошего специалиста? Где лучше искать подрядчиков? Ну, цену на хорошего специалиста, в принципе, вы можете уточнить у коллег, у меня можете в личку это уточнить. Но вообще вы должны понимать, что, конечно, да, тут если… вы хотите себе в команду хорошего спеца, заработная плата тоже должна с этим коррелировать как-то, да. И часто я почему советую даже вот своим ученикам, которые только начинают делегировать, что не, ну, не берите сразу на оклад, не нужно. Сначала нужно пойти на сделку и понять вообще, насколько этот человек может внедриться в вашу структуру студии, в вашу схему ведения вашей работы, да, чтобы потом вы могли ему дать возможность, ну, как бы зарабатывать хорошие деньги, да, то есть здесь важно понимать, что да, хорошая зарплата – это неотделимая история, и наивно полагать, что вы сможете кого-то найти классного, но за маленькие деньги, так не бывает. Вы можете вырастить этого человека, и это хороший вектор. Я уже тоже говорила, да, что вы можете взять кого-то зелененького, вырастить с него кого-то более… ну, скажем так, профессионального для вашей студии, для себя его вырастить. Но вы все равно должны привести его к тому, что он будет с вами вместе зарабатывать хорошо. Не у вас, с вами вместе. Где лучше искать подрядчиков? Я искала очень часто, ну, если вы имеете в виду подрядчиков, это там сантехника, плитка и так далее, то я искала через коллег. Если вы имеете в виду здесь каких-то там строителей и себе команду, я искала это через свой личный бренд, через Инстаграм. И это еще одна причина, почему нужно свой личный бренд развивать, потому что в том числе через него вы находите себе классных ребят. Ну, то есть потому что у вас сильный личный бренд, и здесь вы понимаете, что люди к вам тянутся, что вам не нужно им доказывать, что вы должны там с нами работать,
вот, я такой классный. То есть они видят вас, они понимают, что, блин, я хочу с ней работать, потому что я вижу, что она растет, я также хочу вырасти. Вот и все. Вот. Если это подрядчики, то да, через коллег, через какие-то, ну, просто через коллег узнавала, кто с кем работает, и анализировала опыт в целом даже своих заказчиков. То есть часто бывало такое, что они сами привлекали кого-то стороннего, я смотрела, ага, норм, не норм, и привлекала потом этих подрядчиков на свои объекты. Следующий вопрос. Работаете ли вы с корпоративными заказчиками? Рестораны, кафе. Ой, я немножко пролистала. Вот рестораны, кафе, значит, офисы, отели. С корпоративными, да, было дело. Я делала и... Слушайте, я делала паркинг в... Это было в Камеруне. Вот. Я делала кафе, я делала клуб. Но мне не нравится общественное пространство, потому что там очень жесткие ограничения, и там немножечко другой вектор. Я сейчас выбрала себе вектор, скажем так, работы в бизнес-сегменте, неспешной работы, длительной работы, долгой, в том плане, что мои клиенты ко мне возвращаются с новыми объектами. Вот. И это такое длительное сотрудничество, чего сложно сказать о корпоративных заказчиках. Хотя я думаю, что есть такие истории, да, что они возвращаются к вам с новыми объектами, но тут немножко другая специфика. И самое первое, что я хочу посоветовать людям, которые, ну, только начинают, да, свой путь в сфере, это выберите сначала, с чем вы хотите работать. Я не приветствую историю, когда вы и частные делаете, и коммерческие, потому что это разные истории, и здесь важно выбрать, что вам, ну, что вам больше импонирует, что вам больше нравится, в чем вы хотите больше развиваться, потому что вот сам вектор этого развития очень сильно, сильно отличается. И, возможно, все, что я вам сказала сегодня, может не совсем подойти, если вы будете работать, например, ну, только лишь с общественными пространствами. Ну, то есть здесь нужно все это модернизировать под себя. Есть ли какая-то фора у современной молодежи в сравнении с тем, что было 6 лет назад, спрашивает Дарья. Да, да, есть фора, и я могу этому найти очень логичное объяснение, что современная молодежь, это мы с вами, да, я считаю, что молодежь, что, ну, до 30, до 27 в нашей сфере это молодежь, это даже юность, это не молодежь, это юность. Ну, вот. У нас есть фора, знаете почему? Потому что мы... Ну, довольно рано приходим вот к этим всем вещам. Я лично видела людей, видела дизайнеров, которые в сфере уже 30 лет, 25 лет, которые все еще сами чертят и все еще сами видят, и они сидят с одним проектом в год. И я объективно понимаю, что наша фора даже не в возрасте. Наша фора в том, что мы просто раньше к этому всему пришли. То есть, ну, когда мы будем в их возрасте, мы наверняка уже будем сильно выше. И это и есть та самая фора. И эта фора еще прослеживается в коммуникации с заказчиком. Клиенты часто смотрят даже не на возраст, а на ваше умение выруливать какие-то сложные ситуации. И это часто не связано с возрастом, и заказчики это тоже понимают. То есть они не дураки, они понимают, что это опыт. Но опыт – это не возраст. Это сложные, да, какие-то ситуации, которые вы уже решали. Вот, поэтому эта фора есть, и она довольно часто встречается, виднеется, я ее вижу. И поэтому здесь важно просто все это выстроить, чтобы вы, как бы, чем раньше вы вот к этому придете, тем выше, чем и тем вот больше будет ваша фора в сравнении с другими дизайнерами, даже вашего, как бы, возраста, да, но вот которые не выстраивали всю эту историю заранее. У меня сел чуть-чуть голос, ребят, я немножко выпью водички. Я потому что так активно включилась. У меня сегодня с вами дебют, кстати. Я первый раз у вас выступаю, поэтому я прям активно включилась в диалог. Спрашивает Ольга, помните ли свой проект, свой первый реализованный проект? Было сложно ли? Да, было очень сложно. Я помню этот проект. Это было в Беларуси. Я тогда работала в студии дизайна, в очень крупной студии. Не буду упоминать, но ее многие знают. Она самая крупная в Беларуси, считается, в Минске. И это был проект, который мне показал очень важную вещь. Я поняла, что даже если ты работаешь в крупной студии, в опытной студии, но у тебя нет супер выстроенной структуры, ну, там ее не было, да, то есть там были моменты,
когда и со строителями были вопросы, и с партнеркой были вопросы, и с той же командой были вопросы. Короче, не было вот этой всей структуры, всей этой диаграммы. Я поняла, что моя реализация этого проекта, она, ну, пошла немножко не по плану. И здесь дело не в том, что я была еще не опытная, а в том, что мне просто студия не показала, как надо. Это вот, кстати, ярый пример, что будет, если вы не будете составлять инструкции для сотрудников, но возьмете кого-то зелененького. То есть вы его взяли, а обучить вы его не сможете. То есть у вас нет материала, по которому его обучить, и его первый проект, он будет для вас провальным, и для вашей студии в том числе. Это было сложно. Мы тогда были... Ну, мы сделали проект полностью, сделали стройку. У нас все было, в принципе, как на визах, за исключением маленьких деталей, типа там постеров каких-то, ручки дверные у нас отличались, то есть вот так. Но с клиентами, к сожалению, мы коммуникацию потеряли, студия тоже потеряла, и клиенты не вернулись к нам, потому что были моменты постройки в том числе, которые не решались вовремя. И это очень сильно влияло на, значит, качество нашей коммуникации с этим заказчиком. Вот. И поэтому это еще раз подтверждает, что все вот эти моментики, все очень важны. Далее, Наталья спрашивает, значит, проще ли начинать одному или с кем-то в паре? Как ваше мнение? Я начинала одна, но я могу так сказать, что если у вас есть сильный партнер, и здесь, в принципе, я говорю и о стройке, и о дизайне, ну, то это большой дар, то вам нужно это ценить, но здесь важно сделать грамотно вашу структуру студии, вот опять же, да, возвращаюсь к этому, чтобы вы понимали, кто за что отвечает. И это основной такой момент, на котором люди расходятся часто, партнеры, да, ссорятся, люди понимают, там, вот, я бы лучше сам это делал, потому что, ну, просто не было структуры, не было четкого плана, как идти. Если вы встретили сильного партнера, самое первое, что вам нужно сделать, это выписать вам, кто за что отвечает, выписать все инструкции для сотрудников и сделать вот эту схему более читабельной для вас двоих. В таком случае это будет работать, и это будет легче. Если же вы просто решили, ай, мне сложно одному, буду с кем-то, ну, тут не работает такая история. Скорее всего, вы подумаете, что, ай, лучше бы я был один, я бы там и зарабатывал больше, и все остальное. Далее, кто был вашим самым первым клиентом? Изменили ли что-то в том проекте на данный момент? Да, конечно, слушайте, там вообще интерьер был не сильно красивый, на мой теперь взгляд. Я сейчас работаю в минимализме только, ну, преимущественно, да. Но в то время это был такой современный проект, но он был с обилием там шпона какого-то, в том плане, что очень много было дерева, много было каких-то старомодных решений, там рейки. Я бы изменила, я бы все оттуда убрала и сделала бы заново. Сделала бы что-то в современном стиле, в более лаконичном. Если вы перейдете на мою страничку в Инсте, вы увидите, в каком стиле я работаю. И, в принципе, вот что-то бы в таком ключе я бы сейчас сделала. Далее. Добрый день. Сколько сейчас стоит у вас дизайн-проект? Мой дизайн-проект стоит 6 тысяч рублей за метр квадратный. Но наш вектор – это проекты под ключ. Мы не берем истории не под ключ вообще. Ну, то есть мы даже не беремся за эту работу. Все текущие объекты, у меня сейчас в работе 7 строек, все текущие проекты мы взяли под ключ с нашими строителями. Вот, и, в принципе, у меня вектор не столько на стоимость дизайн-проекта, то есть я адекватно понимаю, что 6 тысяч рублей – это, ну, такая средняя стоимость проекта хорошего в Москве. Но у меня вектор на историю под ключ, то есть я беру, как бы, заказчика, и в силу того, что я уже выстроила свою структуру, свой сервис, я его довожу до конца и зарабатываю, скорее, больше на реализации, нежели на стоимости проекта. Именно поэтому я сегодня вам все это и рассказала, чтобы у вас тоже была вот возможность через структуру, через системный подход выйти в ту историю, когда вы делаете упор не столько там на стоимость метра, да, сколько на реализации и на комплектации, потому что там, конечно, стоимость гораздо выше, гораздо больше. Я думаю, что сейчас в нашем зале есть люди, которые уже стройкой занимаются, реализовывали проекты, и вы понимаете, что там заработок другой, поэтому вся вот эта история, вся структура очень сильно влияет на ваш заработок в этой стезе, да, и его легче там вырастить, нежели через повышение стоимости вашего метра.
Вот так. Значит, какая команда у вас? Сколько человек? Так, сейчас скажу. У меня, получается, 3 дизайнера, 2 визуализатора, 2 чертежника, у меня авторский надзор и комплектатор. Это 9 человек, получается. Вот. Это небольшая команда, но я считаю, что мы закрываем, ну, скажем так, тот объем, который как бы к нам приходит. То есть, когда я пойму, что у нас уже больше строек, больше проектов, я скорее всего, расширю команду. Но я всегда придерживаюсь такого плана, что никогда не набирайте людей просто так, чтобы они были. То есть вы должны понимать, сколько конкретно, высчитать на цифрах, сколько конкретно вам нужно людей для того, чтобы закрыть текущий пул задач. Если это, условно говоря, 1-2 проекта, вам не нужно 3 дизайнера. Вам нужен хотя бы один визер, хотя бы чертежник, возможно, один дизайнер. Но начать лучше даже с того, что вы возьмете визера, вы возьмете чертежника. То есть даже к дизайнеру я бы переходила уже после. И у меня так было, я к этому перешла уже после. Вот. Скажите, добавляете ли вы в свои проекты изюминку своего рода, ваш отличительный знак? Знаете, моя изюминка – это скорее не стилистика. Моя изюминка в том, что мы оказываем, ну, полный сервис, да, полную вот эту историю под ключ. Если так можно сказать, мы облизываем со всех сторон заказчика просто, поэтому в этом наша изюминка, к нам часто возвращаются не столько за стилистикой, сколько за вот этим навыком вести всю историю системно. Вот. Что касается стилистически, ну, у нас современные интерьеры, иногда это бывает неоклассика, но какую-то прям определенную вот изюминку, да, чтобы это было что-то там, ну, какой-то предмет условно, нет, мы не добавляем. Мы просто придерживаемся правила, что у нас это либо неоклассика, либо минимализм с неоклассикой, да, и что это плюс-минус в одной гамме происходит. То есть у нас нет интерьеров, например, там каких-то кислотных, чего-то, ну, в эклектике какой-то и так далее. То есть у нас такого нет. Вот. У нас все более-менее понятно. И, в принципе, часто наш стиль сам себя продает человеку. То есть он заходит на мою страничку, видит, в каком стиле мы работаем, и уже запрос, ну, плюс-минус соответствует нашим сделанным работам. Чему в своих проектах вы уделяете особое внимание и почему? Спрашивает Галина. Сервису. Это, в принципе, ответ на вопрос Ирины предыдущий. Сервису. Это, наверное, основной такой фактор, которому я уделяю больше всего времени. Но сюда я включаю все вот эти части диаграммы, про которые я говорила. То есть вот я подтягиваю, я регулярно ставлю себе задачу подтягивать все части диаграммы все время. И я отслеживаю, насколько, например, за 3 месяца я подтянула это, чтобы я понимала, что, ну, все вот это же влияет, да, на коммуникацию с заказчиком, чтобы я понимала, что все прокачано, что все растет, что мы не стагнируем, ну, короче, нету стагнации, вот, и что всему уделяется как бы равноценное внимание в этом плане. И это дает свои плоды, я вам так скажу. Вот. Были ли проблемные клиенты и объекты? Как решали подобные ситуации? Конечно, были. У меня были расторжения. И еще раз повторюсь, что я считаю, что, ну, как бы, как ошибки, это нормально, да? И ровно так же и какие-то расторжения, какие-то конфликты, это тоже нормально. Это ваш опыт, еще раз, и это ваша возможность вырасти быстро. То есть уже со следующим заказчиком я понимала, что я уже не допускаю тех факапов, которые были у меня с тем клиентом. То есть я понимаю, что я выросла, и я уже так не смотрю на свои факапы, типа, блин, вот, я такой дизайнер плохой, у меня это не, ну, не вышло, то не вышло, да. Я уже смотрю на это с точки зрения просто опыта и возможности вырасти чуть быстрее. Решала подобные ситуации, я всегда старалась решать по-деловому, если это какие-то моменты с тем, что что-то происходило на стройке с чистовыми материалами и так далее. В силу структуры нашей студии, а мы ее выстраиваем так, что у нас всегда есть черный чат со строителями, где нет клиента, мы решаем это все своими силами, если в этом виноваты мы. То есть часто клиент даже не догадывается о том, что что-то происходит не так. Мы сами что-то покупаем, сами что-то меняем, и вот, ну, так строится работа. Если, конечно, это вина клиента, то здесь уже вопрос вашей коммуникации, как вы можете это донести
и свою позицию, скажем так, отстоять без истории, что это вы виноваты, это ваша проблема, скорее в истории, типа, мы сделаем все возможное, чтобы вам помочь, но в данном случае, к сожалению, есть вот этот выход и все, например, да, то есть вы понимаете, как вырулить эту ситуацию в такой ключ, чтобы вы не поссорились с заказчиком, а все были довольны, все были счастливы с минимальными потерями, вот так. Здесь все, что влияет, это ваш навык вот именно коммуникации, да, с клиентом в сложных ситуациях. Почему я и говорю, что их бояться нельзя в сложных ситуациях, потому что это все прокачивает вот этот самый навык ваш. Далее, Ирина спрашивает, как вы вышли на хороших строителей, где вы их нашли? И спрашивает, как вы их проверяли. Вы знаете, я с ними познакомилась на мероприятии, вот, для дизайнеров, кстати. И я проверяла, сначала я съездила на объект, затем я удостоверилась, что они ведут графики работ, что они ведут всю отчетность, что у них смета не составлена, на коленке, а что она выглядит, приемлемо, что я могу ее сама как бы прочесть, я в ней тоже понимаю что-то. Это значит, что клиент в ней тоже, скорее всего, все поймет. И, качество отделки, конечно, съездить на стройку на чистовом этапе, на стройку на черновом этапе, вы там очень много чего увидите. На порядок на стройке стоит смотреть. И это тоже мерило такое, по которому... Часто вы понимаете, что строители, скорее всего, они не сильно отличаются качеством, потому что нет вот этой системы настройки. То есть везде должна быть система. В вашей работе, в работе ваших строителей, в вашей коммуникации с этими строителями, да, потому что у меня очень плотно коммуницирует комплектатор, например, и авторский надзор с прорабом. То есть это очень тесная связка, и здесь важно понимать, что если нет системы у ваших строителей, скорее всего, ваша система все не вытянет. Вот, поэтому здесь тоже должна быть система. То есть в том плане, что вся коммуникация должна быть налажена, должны быть акты, должен быть график работ, чтобы он был сопоставлен с вашим комплектатором, с вашим графиком, да, то есть ваших закупок. Это все должно быть сопоставлено, и это все должно функционировать вместе, вдвоем. И вот когда я увидела, что это все соответствует моим требованиям, тогда мы и запартнерились, и вместе вот уже выстроили историю, когда это все работает как часы. Мне так хочется думать, по крайней мере, и вроде как это так и есть. Хорошо, какой ваш личный топ дизайнеров? Наталья спрашивает, кем вдохновляетесь? Слушайте, довольно сложный вопрос. Наверное, мне нравится Simple Interiors Леся Печенкина. Мне нравится ее подход, мне нравятся их интерьеры. Но не могу сказать, что она мой какой-то идол, просто мне нравится подход. Я не выделяю для себя каких-то супертопов, потому что я считаю, что на самом деле каждый из вас может стать для самого себя топом, если вы увидите, что у вас хороший потенциал, если вы сможете понять, что если сделать определенные шаги, вы сами для себя станете топом, и вы сами вырастете так, что вы будете в шоке реально. Поэтому я бы на вашем месте на самом деле не ставила бы себе каких-то топов в своей голове, а сделала бы из себя топа для самого себя. У многих дизайнеров есть любимые стили оформления. У вас есть такой, да? Неоклассика и минимализм. Это то, в чем мы работаем, в принципе, и сейчас. Ирина спрашивает, очень активные у нас сегодня слушатели, Ирина, я прям респектую, честно. Есть ли у вас какие-то правила создания интерьера, например, использовать не более 4 цветов, не комбинировать некоторые материалы и так далее? Вы знаете, я довольно сильно отошла от самого стилистического создания проекта, скажем так, да, то есть я это полностью доверила своим дизайнерам, но у них я прослеживаю, да, такую историю, что цветов мы используем не так много, мы используем много фактур, то есть наши интерьеры, они строятся на многофактурности, потому что я заметила, что наши клиенты не только визуалы, они еще и кинестетики, они любят вот эту всю историю, наглаживать, да, чтобы все было там елочка, шторы, вот эта фактура, здесь рогожка, здесь то-се. И я это проследила довольно у многих своих заказчиков, и я стала это внедрять, и в целом интерьер смотрится более живо, когда вы используете много фактур, но мало цветов. Это смотрится более дорого, более живо, особенно если мы говорим
о минимализме, неоклассике, где вы, в принципе, физически не можете внедрить супер много оттенков, но с помощью многофактурности ваш интерьер становится уже не скучным, а интересным, и его хочется рассматривать вот именно. Елена спрашивает, по вашему мнению, какими навыками должен обладать хороший специалист в области дизайна интерьера? Без чего точно не стоит, вам пробовать? Да. Слушайте, я бы, наверное, сказала, что это навыки коммуникации с заказчиком. То есть если вы человек, который не любит, в принципе, продавать, не любит встречаться с клиентом, не может донести свою ценность в том плане, что не то, что там, не хочет, да, либо что-то не получается у него, а именно вот у вас прям вот нежелание вот этого всего делать, и, типа, вы, в принципе, не рассматриваете для себя такую историю, вам, например, нравится делать интерьеры, но вам совершенно не нравится вот все, что касается там личного бренда, коммуникации и так далее, таким людям я бы советовала бы найм, то есть, возможно, это тоже будет дизайн, все-таки, дизайн интерьера, да, но это будет найм. Ну, то есть это будет такая история, где вы, возможно, будете занимать какую-то роль, не сильно связанную с коммуникацией, то есть, возможно, вы там вообще будете визуализировать, например. Часто я, кстати, знаю, что вот дизайнеры, которые уже, устали от этого всего, знаете, от коммуникации и всего остального, они могут идти в визеров. И знаю истории наоборот, что визеры, восстановились дизайнерами, потому что им наоборот интересна коммуникация, нежели все эти визуализации, там, все эти 3D Max'ы и все остальное. То есть тут вопрос, что вам больше нравится, и на это стоит опираться. Но в целом область дизайна довольно широка, и не всем подходит самостоятельная работа, работа на себя. Кто-то прекрасно себя чувствует в найме на должности там визуализатора-чертежника условно, да, либо чертежника, либо визуализатора, это разные должности, естественно, вот, и тут стоит просто отталкиваться от ваших самоощущений, как вы сами себя чувствуете лучше, в какой из сфер. Марина спрашивает, что самое сложное для вас было в учебе, и что в работе, и почему? Я училась на инженера-строителя, у меня не дизайнерское образование, я ушла чуть глубже. Я инженер-строитель, вот, ПГС, может, знает, кто-то слышал эту специальность. И мы там проходили больше конструктивные истории, то есть это металлоконструкции, железобетонные конструкции, а уже самому дизайну я училась на практике, то есть я долгое время работала у одного дизайнера просто помощником, потому что мне была интересна эта сфера, и я всему училась, просто на практике, какие-то там видео смотрела, какие-то курсы проходила. Вот, поэтому я хочу сказать, что всему я научилась, наверное, на своем опыте личном, и советую вам также делать, не бояться, просто идти в новое, в какие-то сложные проекты, не думать, что у вас что-то не получится, опять же, но сделать для себя структуру, да, всю эту историю, но все равно идти в страх, все равно идти в новое. Вот. Что было сложного в работе? Вы знаете, наверное, не могу сказать, что было прям что-то очень-очень сложное, но, возможно, именно продажи для меня были раньше тяжеловаты. Но когда я начала прокачивать эту историю в себе, когда я начала понимать, что такое 5 этапов, я немножечко себя стала увереннее чувствовать, и уже после этого, когда уже увидела, что это работает, я прям совсем обрела уверенность и поняла, что, тут ничего сложного нет, здесь просто нужно понимать механику, все, то есть понимать структуру. Что вас вдохновило стать именно дизайнером интерьера? Выбирали ли еще какое-то направление? Вы знаете, когда я училась на инженера-строителя, направление там было лишь одно, инженер-строитель, я поняла, что это мне не так интересно, как дизайн. И, наверное, у меня не было колебаний из-за этого, потому что я хотела остаться в своей сфере, скажем так, но в чем-то более эстетичном, более красивом, более связанном с коммуникациями, вот с этими всеми историями, нежели с расчетами там конструкции, да, условно. Вот, поэтому у меня выбор сложился довольно сразу, быстро. И я желаю тем, кто еще не определился, не выбрал для себя сферу там или на себя работать или как бы в найм идти, чтобы все определились, чтобы все себя услышали, все, кто меня сейчас слушает.
Я надеюсь, что моя лекция сегодняшняя вам в этом тоже помогла немножечко понять, если вам нужна история работы на себя, что это не сложно, что это не страшно. Самое главное – это все прописать, все сектора заполнить и над всеми работать. Чем занимается авторский надзор? Так, минутку, мне перескочило. Чем занимается авторский надзор и комплектатор? Матвей спрашивает. Вы не занимаетесь авторским? Я занимаюсь авторским только лишь на суперсложных проектах, то есть сама контролирую какие-то сложные узлы там и так далее, либо на тех объектах, которые у нас уже длительные. Потому что авторский надзор к нам в команду пришел где-то месяцев 6 назад. До этого я вела его сама, поэтому все, что я вела сама, я довожу сама. Но мне в любом случае помогают. Поэтому чем занимается авторский надзор? Это регулярные выезды на объекты, минимум раз в неделю. Это ведение полной отчетности, то есть наш авторский надзор в чате с клиентом ведет всегда отчетность. Он скидывает резюме каждого выезда, то есть что он там увидел, что сделал, что там, ну и так далее, да. И комплектатор занимается закупками всех чистовых материалов и фиксацией этого всего в табличку тоже для клиента в табличку закупок. Ну и также, конечно, это контроль поставок, это проверка счетов, это все тоже входит. То есть у нас вот эта функция вся висит на комплектаторе. И вместе они обеспечивают хороший симбиоз для клиента, чтобы закрыть весь, ну, пул его потребностей, скажем так. То есть чтобы все время его свободное было не посвящено стройке, а мы в этом, ну, всем участие сами принимали и сами закрывали. Но, конечно, тут важно понимать, что ситуации бывают разные, и, конечно, никто не идеален, у нас сложные ситуации тоже бывают. Вопрос просто, как вы их решаете. Вот, и умеете ли вы с вашим заказчиком договариваться, да? У нас очень часто там что-то решается в черном чате, например, ну, только со строителями. И заказчики иногда даже не знают, что у нас там что-то случилось, то есть мы сами это решаем, и это тоже, вот опять же, сервис, потому что, ну, это тоже вашу репутацию повышает, если клиент не включается постоянно в решение каких-то вопросов. Спрашивает Иван, нужна ли фотосъемка готового интерьера и публикация в журналах? Вы знаете, я долгое время сама это не делала, то есть я делала съемки, да, но просто для портфолио, для себя не выкладывала это все в журналы. Сейчас я планирую это начать делать, и вот у нас съемки, получается, в июле будет две съемки, и мы выложим же, правильно я сказала, в журналы, вы нас там увидите, если вдруг будете смотреть. Я считаю, что да, все-таки это нужно, потому что это тоже часть вашего личного бренда, поэтому если у вас есть такие мысли, если хотелось бы все-таки свой личный бренд как-то прокачивать, ну, по всем фронтам, в таком случае я бы вам советовала присмотреться к этой истории и все свои публикации, все свои съемки делать в журналы. Ваша команда согласовывает проект с клиентом? Вы практически не общаетесь с ним? Я общаюсь с заказчиком, но я стараюсь, скажем так, давать своей команде возможность нести самостоятельно ответственность. Это то, о чем я говорила в блоке «Команда», что мне позволяет выращивать сотрудника и не допускать стагнации, да, этого человека на своей должности. Поэтому если в вашей голове стоит вопрос, все-таки самостоятельно ли общаться с заказчиком, либо это делегировать, я бы вам советовала это делегировать, но наблюдать. Сделать свод инструкций для дизайнера, например, чтобы он понимал, что конкретно, да, делать, ну, в каких-то ситуациях. Но чтобы вы всегда, всегда имели возможность наблюдать и человека направлять. Когда вы уже поймете, что уже все, он уже все знает, все умеет, ну, тогда уже можно контроль чуть-чуть отпускать, дальше и все. В каких программах работаете? Я ни в каких. Я не работаю в программах, это делают мои ребята. Вот. И последний вопрос, ребят, какой вы руководитель? Я руководитель добрый, но требовательный. В силу наличия структуры, наличия инструкций, я требую все по инструкциям, поэтому советую тоже вам, ну, если у вас есть мысль все-таки собрать команду, советую вам это сделать с той позиции, что вы для людей, вы для сотрудников, вы заинтересованы в их росте, вы готовы там для них стараться, но вы все равно знаете, что есть определенные вещи, которые важны для вашей студии и которые вы будете требовать. В
в таком симбиозе качеств вас сильно больше ценят, и вам сильно легче эту коммуникацию всегда поддерживать как бы грамотно, да, что у вас нету какой-то, ну, нету перехода в, блин, как это выразиться, на личности, да, то есть вы не становитесь с вашим сотрудником супердрузьями там и так далее, то есть вы в хороших отношениях, но вы всегда знаете, что есть определенные требования, и человек их выполняет, как правило. Поэтому это очень сильно тоже влияет на ваш рост, если ваши сотрудники знают, что все мы идем к одной цели, и все, ну, как бы все серьезно, да, то есть все серьезно в нашей работе, и мы все идем к одной цели, на самом деле, к одному результату. Хорошо, ребят, всем спасибо, я была очень рада сегодня вас читать, я вас не вижу, к сожалению, но читаю, я буду рада вас видеть на своей страничке, если у вас будут какие-то вопросы, не стесняйтесь, мне пишите, я всем отвечу, что-то подскажу, ну и буду рада вас, конечно, видеть, ну там, в сторис у себя что-нибудь, ну, мне отвечайте, да, и если вам сегодня было полезно, вы меня тоже отмечаете в своих ваших сторис. Если вдруг вы что-то услышали такое, что сегодня, ну, немножечко вас взбудоражило чуть-чуть, и вы что-то измените после этой лекции. Всем хорошего вечера желаю, хорошего настроения, все получится, если сделать чуть-чуть усилий и в себя поверить, и знать, что вы классные уже. Если вы сюда пришли, кстати, вы уже классные, потому что вы уже растете, вы уже развиваетесь, вы уже сильно лучше, чем довольно, ну, большое количество, как бы, других дизайнеров. Вот. Всем хорошего вечера, всем пока.